уходи быстрее. Давай быстрее. Теперь моя очередь. Да, он наблюдованный, может херово. У меня походу тут попался. Да, я тебя укусил. Когда я в жопе стою, буду бежать. Так в смысле, но я ему блин должна дать. Я говорю тебе, уходи, блядь, чтоб я его пустил. Да мне было бы херово тогда. Ну все, Минск, иди давай. В воду. Ну все, он вытечет, вытечет. Не получай урон лишний. Ухожу. Не блида, он ни хера себе. А, он блида дает, жесть, как когтями, так что зачем? Попал, все, сдох. Все, он умер. Я просто пробежался, и мне так хоп, хпшка сразу снизилась. Меньше крови. А ты там ходишь? Стоп. На крокодиле ты ходишь, подожди. Нет, все, ты где-то сверху ходишь. Где? Я плаваю. Ты плаваешь? Плаваю. Просто видел, куда на сушу. А, это ты, вот, все. Кинул пати, Маш. Угу. Видишь бегу. Меня, да? Да, я бегу. Угу. Вот теперь они нас будут видеть, а то мы что-то так. Они друг друга видят в разных странах, как находятся. Теперь будет знать, куда бежать. А, у меня уже ноль воды. Да, у тебя там хпшки еще много. Ну пока есть, да. Короче, там была еще другая пати крокодилов. Меня он, встретил. Ну да, тебе повезло, что он не стал нападать. Какая разница, я так и так сдох. А, ну да. Что напал, что не напал. Мне повезло, да. Ну ничего. Я почувствовал. Почувствовал? Тут жесткость в этой локации. И центр карты вечером это вообще жесть, тут нечего делать. В том плане без воды. Надо там плавать, их пиздить, чтобы не пили воду, блядь, бандон. Сколько там уже. Там знаешь, сколько таких желающих? А, ну я теряю интересно. Попить, я им попью. Моя вот. Когда видишь, что такое правило сегодня, сейчас ввели, грубо говоря, 8 часов. Возвращение места смерти. А до этого, кого ты там отпиздил? Да, заходили все новые и новые динозавры. Это одни и те же игроки. Да. А как ты определишь, кто это был? Типа, зашел ли он заново или по другую игру? Ну, ты можешь написать. Видишь, что он побежал прямо бан, на нас. Как бы они по прогам посмотрят. Но правила ж не было, поэтому не имели права спокойно перезаходить на другие динозавры, на нас нападать. Чем они и пользовались. Где мне? А? М? Ну я тебя уже потеряла, блин. Я сзади, за тобой. О, не спать, я тебя такого уже потерял. Ой, блин, выживание лютое просто. Что-то крутишься, забутилась? Я не поднялась. Я думала, я поднимусь, но я не чуть поднялась. Левее там проход. Давай поднимусь. Вот теперь чуть выше по карте. Идешь? Иду, а иду. Уже хп начала падать. Ну давай, давай, быстрее. Ну вода уже видна. На карте пока не видно. А? Да бежишь, бежишься там. Да я знаю, сколько раз уже. Не так вынимали, раз или нет у всех. Ой, прошу прощения. Ну ты хер поймешь, как пройти тут еще. Да прыгай. А, блин, тут может быть это ограниченное, которое со всех сторон. Типа есть проход, но хрен залезешь? Да. Тогда надо брать либо левее. А, либо правее, обходи справа. Наверное, справа, блин, придется. Вот же засада, а. Ты пипец просто. Сука, еще круг надо дальше бы обойти эту скалу.
твари, блядь. Вот вода вот сразу за этой горочкой, ну туда хер пройдешь, блин. Все разрабы так придумали, что ты видишь, вот как бы проход есть, тот камушек лежит, через который ты приступить не можешь. Потому что ты на крокодиле и не прыгаешь. Жаль, что крокодил не может, ну, типа, пить любую воду. Ну, это же крокодил. Джубики, кстати, прыгают, вон, как крокодильчики, все прыгают. Крокодилы прыгают, да? Да. Да. Прикольно. Может, типа, детский сад для джубиков? Ну, да. Такая-то вот сверху. Тут можно пройти, короче, до большого озерца уж. Ну, такого среднего. Так, а тут я только все упаду сверху. Не надо, иди за мной просто. Ты меня потерял? Я тебя уже потерял. Ну, ты да где-то блядь. Впереди. Ты все равно уж по кругу ходишь тоже. Ну блин, просто уже выход нашла. Вот, вот, вот тут. А, вижу тебя. Ай, ай, блядь. Да ну в смысле? Я еще прыгнул, хп больше потерял. Ёпотский городок. Где ты там нашла воду? Да вон, вон, да. Да. Вред, я скоро походу к тебе присоединюсь. Я тоже. Нет, тут вон река уже. А пойпа у тебя целая, блин. Ну, это я коцаный, у меня меньше половины. Ага. Я тоже. Вон речка еще даже есть. Ну она видна, но не факт, что она там есть. Блять. Ну все серьезно, теперь даже не бегай. Аккуратно. Тут тупик, походу, еще расскажи. Пизда, да? Блин. Тупик? Я ебала в рот. Зря бы сюда шли, блин. Нам сейчас на... Нет, подожди, тут вот так можно пройти. Сейчас живи, ты как зомби уже. Я знаю. Не, надо вот так пройти. Точно нету никакого, блин, нету. Как же ж. Пиздец, я люблю вот этих разработчиков. Чисто админы такие летают, угорают, да. Стамины нету, чтобы шифтануть. Пес, давай, давай, аккуратно тут проходи. Ты видишь, да, где проход? Да откуда я вижу? Где ты там ты пошла? Смысл, ты где поход? Я внизу уже. Ты блин, слева пошла или справа? А, вижу. Вон, вон, а ты идешь. Это реально пиздец. Ну вообще красный, да, у меня здоровье осталось для этого. А вода там хоть есть? Может я зря тут напрягаюсь? Там есть вода, там есть вода. Есть вода, да. Пиздец просто. Сейчас прикинь, прибегает какая-нибудь мелочь пузатая. Один удар, пусть и я труп. Ага. У меня вот такие же встретили, блядь. Тут нормально воды. Можно хватить. А, я ее вижу. Я ее. Я ее там вижу, правда. Ты такой, блин, побег. У меня хп вообще на пальчике, на кончике. Капец, как же страшно это выглядит. Мясо на такое бегает. У него прям децл. Фух. Эй, не уменьшайся, все, я уже пью. Пипец, просто. Ты как зомби, серьезно. Я тебе говорю, да, я типа один раз тут шел, вижу такой кусок мяса валяется, такой подхожу, он встает, блядь, и такой, еба. Я такой зомби из фильма ужас. Вред, блин, узнать бы, где ты находишься сейчас. Я бы вреда направили на озеро, так бы тоже мог бы жить. Ой, не поверили. Что же загрязнённое было? Лол, а вы в курсе, что тут был проход короткий? В воде. Ну вот я прошла сквозь горы. Вот, а где-то... Так ты маленькая, ты прыгнула, наверное, через камушек? Нет. А, вы там не... А, бред, ты прям рядом, кстати. А мы ж не плы... Не, большие не прыгали. Я не прыгала, я не прыгала, я так вот, типа, раскорячилась и прошла. Бред, бред, ты рядом. Вода стала. Ты чё, охерела? Ты, блин. Ты рядом. Ты чё, забрала за себя админ? В смысле? Почему я тебя не вижу? Ты... Дай мне лидера, я просто глянула, где ты находишься. Вот я тебе говорю, ты чё, охерела? Давай, блин. Давай. Ну, верни мне лидерку обратно, ты. Так в смысле? Это у тебя лидерка, наоборот. Нет, у тебя. В смысле у меня, если у тебя? Ты меня видишь, я кинул. Тебя... А, так кинь мне лидерку тогда. Чтоб ты меня видел. Тут рыба еще есть в озере.
рыбы не поймать. Пинок, блядь. Чё ты? Прилив, кстати. Судя по всему. Какой прилив? Или нет? Непонятно. Ты чё, падишь, что ли, ливнул? Нет, нет, я тебя пинкнул. Так, вот дурак. Дай пати. Дурак. Ты чё, видел? Там было только этот тапок. Я на него нажал. Сейчас там тапок, блин. А дай мне привет. Минский, давай-ка регенься. Вы там топаете? Да. Окей, я сейчас к вам приползу. Ну все, мы сидим, ждем, пока Минский отрегенится. Они пока все соберутся. Хотя вода скоро тоже закончится. Хотя в речке наверху должна быть еще водичка. Мы сейчас пойдем на большое какое-то зерцо, блин. Это просто жопа. Там, где плотина есть. Какая плотина, блин, тебе? Где палочки, типа, носишь. Там обычно туда подходит к воде, такой хам. Ага. Ну, Маша уже дошла. А я уже там попила. Да чё, и сколько воды надо, там капелька. И хватит. 86% стало, а было 100. 14% я выпил. А тут и 13 осталось в нашем этом большом. Речка 100%. Да, кстати, да, речка тут 100%. Ну, кстати, речка, они пополняются, как бы. Да, все пополняется. А вот озера ты пипец. Да, он зомби. Кстати, недавно сделали такую херню, типа то, что царапины такие прям жуткие стали. Ну, блин, страшно. Это страшно. Клёво, миски побитые. Жалко, что он еще там лапу не потерял, да? Не, было бы прикольно, если бы там реально, знаешь, типа кусок кожи такой болтался. Вот такое, чтобы сделано. От драки. Чтоб реально были шрамы, а не вот это вот пятнышки. Не так красиво, но недостаточно. Недостаточно. Может, страшно. Сделают. Да, они да, же да. Там еще говорили то, что добивание типа сделают. Ну тут как один вообще не доработан. Криты, криты. Особенно его хвост. Крит. Егор. Критический урон, типа. Егор. Так, блин. Что? Это Маша с рыбой не перепутана, маленькая там плавает. Без проблем. Вот ты, блин, в жопу эту рыбу, короче. Че, голодная? Да у тебя рот маленький, ты что? Крупную просто лови, мелкая там она не ловится. Да я крупную ловлю. Мелкая нарисованная. Тогда надофря не хочет ловиться. Кусай ее левой кнопкой. Рано или поздно поймаешь. Бред. Переродился нафиг. Зато у меня сейчас палет. Шумы. Ты быстро дошел. Это мина плавает. Зато у меня половина. Она там щипчиками. А, щипчик. Это я слышал такое, когда псеродон, типа маленький там летал. Псеродон? Псеродон. А че, как еще? Псера нафиг. Во время, да, такой же звук у этих псеров. Пасть такая хлоп. Поймала, блядь. Мужик. Я девочка. Что за красная морда? Это месячных у них. Слышите? Красная морда у меня. Хвостом нафиг. На мое лицо посмотрите, как будто, знаешь, брали как в 90-е, я бы горящую эту сковородку или плиту прижигали.
Ты там что, не наелась? Плавает. Я угораю. Я тренируюсь. Она уже не ест. На, жри. Давай. На, жри. Меня тут подкармливают. Круто. Это хорошо, когда женщина готовит умеет. Рыбачить. Давай. Официантка подходит. Речка 100%, да? Ну там, наверное, уже попили. Там 13. А, ладно. Точно. Уже 11 уже будет. Я про речку. Ну, вот да. Рыба богованная. Не появляется. Да точно рыба? Нет, камень. Я поймал сэпку. Лягушку. А белая что, не ловится? Белая, которая маленькая-маленькая? Нет, которая это... большая белая. Я хвостом ловлю рыбу. Сейчас я поймаю. Все, что большое, ловится. Белая рыба никогда не ловлю. А, ловится, да. Привет. Ау. Это моя картина. Где? Ну, мой хор. Ты о чём вообще-то? Не может. Ну, уже полстамины. Ой, стамины. Здоровья. Отлично. Уже можно идти вот воевать. Еще. Чей хвост? Это бой. По сути, можно... Кидай. Спасибо. А что ты ту не съел? Вон она лежит. Я съел ее. Да вон она лежит. Нет. Малыш. Ты что меня, блин, кусаешь? Я тебя не кусал. Ты меня укусил. Да? Я вперед нажал подняться. Если бы он тебя укусил, то бы... А, подожди, значит, ты меня толкнул. Наверное. Лёжа? Если бы я тебя укусил, ты бы умерла бы, скорее всего. Ну да. Если бы... О, спасибо. А вилка не ловится? Да, это нарисовано. Бутафория. О, какой тут кустик такой. Где-то я прямо не... пасть закидывай. А. Закидывай. Сейчас закину хвост. Откармливают там. Как поросят. На убой. Потом будет есть. Не надо там что-то закидывать, не получи. Сейчас закидывай. Трогай бы хвост. Ничего не кидаю.